Здорово, Империя! У микрофона Артём. Это канал Snowworm TV. У нас сегодня Nickelodeon All-Stars. Это, знаете, это, по-моему, такая копия Smash Bros. Как она правильно, я не помню, как называется, которая на Switch выходила. Где драчки, где нужно друг друга столкнуть с арены. Но это вот с персонажами мультиков наших любимых, поэтому... Ну, не знаю, вроде неплохо, а вроде бы как бы и плохо, потому что, ну, героев не так много здесь. И с половиной, конечно, здесь особо-то и не знаю. Давайте пробежимся. Губка Боб, Патрик, блин, Белочка, это не помню, как ее зовут. Это Аанг из Аватара, из мультика. Это тоже оттуда же она. Это она тоже оттуда. Это Водяная, по-моему, это Лесная. А у него, по-моему, все стихии же есть вроде. Этот мультик я, к сожалению, не знаю. Вот этот чувак знакомый, но я без понятия, кто это за муравей. Вот этот тоже что-то знакомый, но тоже затрудняюсь. Это этот... Стимпи, по-моему, да? И как-то еще... Игрушка еще такая на Сеге есть про них. Как-то очень давно проходили мы ее в кооперативе. Эйприл, Микеланджело, Леонардо. Всем известно. Почему только две черепашки, я не понимаю. Вот. Двух других черепашек нету. Не знаю кто. Кота-пес. Тоже из какого-то мультика. Это, наверное, из Феникс и Ферб. Вроде бы. А он. И вот это она тоже оттуда вроде бы. Вот это что-то знакомое. Может, Бен 10 какой-нибудь, не знаю. Вот это, кстати, жуткое существо, тоже из игры. В этот. Как она называлась? А, монстр, что ли, называлась? Она на Сеге была. Ну, видимо, какой-то мультик тоже есть по ним. Ну, вот такие вот герои, столько персонажей. Не так много, не так мало. Хотелось бы, конечно, побольше. Но что есть, то имеем. Давайте я хочу поиграть Патриком. Патрик. Ага. Так, как там это? Есть. Так, Патрик. Ага, это у нас типа путь, да, аркадный. Окей, погнали. Я, кстати, управление не помню. Против Эйприл будем сейчас драться. Давай, Патрик, не подведи нас. Погнали, как говорится. Но та, которая на свече выходила, там очень много, по-моему, персонажей различных, тоже игровых. Всякие, блин, эти, Марио и тому подобное, Бомбермены. Тому подобные вещи. Здесь что-то типа сюжета, короче. Так, как? Где кнопка? Где кнопка пропустить? А где кнопка пропустить? Z Continuum. Нажимаю, ничего не происходит. О. Что происходит? Так, где кнопки драться? Я не посмотрел управление. А, стой! На. Уходим. Животом ее. Пивным. О, еще руку нашел. Так, тихо. Больно же. О, пошла жара. Отмутузил девку. Ай-яй. Во, полетела отсюда. До свидулечки. О, изи, ёпты, выиграл. Кнопки, знаете, на чем расположены? На эти... W, E, C, D, вот эти вот кнопки. О, давайте будем против этой, подеремся. Подключалась сюда джойстик, почему-то не работает. А джойстик у меня PlayStation 4. Не работает, не хочет, не видит его. Так, давай сюда, иди сюда. Так, вот сейчас опять ничего не могу нажать. Очень странно. А, это Тэби. Точно, ее Тэби зовут. Так, ну вот сейчас, ну, нажимаюсь. А, на Ctrl, что ли? Так, давайте, кнопочки. Там он тут еще ползает. Это что такое? А, это блок. Так, стой. Да подожди ты, я еще ни кнопки не разобрался. Ты меня только мутузишь. Оу, что-то прилетело мне. На. Тут, кстати, по-моему, есть какие-то суперудары. Опа. Подскользнулся под ней. Все, я отсюда. Изи. Просто вообще, просто пара ударов и все, до свидулечки. Так, кто? О, вот это нормально. Как говорится, Патрик против своего же лучшего друга.
Губка Бот, Боб, Бот, Губка Бот, блин. Губка Боб, квадратные штаны. Так. И у нас какой-то корабль, да? На Ctrl, короче, нужно. Не на Z, а на Ctrl. Я не знаю, почему тут написано Z. Чтобы пропустить диалог, нужно Ctrl тыкать. Опа, пошли, на! На, на, на. Так, а где-то еще какие-то кнопки должны быть? Так, это можно взять? Опа, врезал ему, хорошо. У них, кстати, вон там накапливается полоска процентов снизу, кто видит, да? И когда она забивается до 100% там или 200, то это чревато вылететь, короче, с арены максимально быстро и... Ой-ой-ой, да, 100 там с копейком видел, он улетел. Вот это я же нормально сделал. Ну, Патрик тащит, конечно. Я, конечно, не тот режим поставил, я поставил режим аркада. И это что-то типа, видимо, на прохождение. Давайте против Аанга. Стиганемся. Честно, не видел мультика. Я, по-моему, видел сериал «Аватар». Или это мультик был? Блин, не помню, честно. Уже забыл, давно было. Ну, прикольно, смотрите, у нас тут этот парк аттракционов. Так, ну-ка, Патрик, не подведи меня. Ай, больно. Где кнопка-то, ёмка? На, телефончиком ему. Так, ты давай-ка. Вы знаете, надо было поставить сложность, да, другую? Ага, хорошо. Куда ты? Ну-ка, вали-ка отсюда. Все, до свидания. А, нет, еще. Смотри, у меня сейчас выкинет. Есть! Я, по-моему, упал. Упал, по-моему. Жопой вниз полетел. Так. Вот это я не знаю, кто. Хельга. Я знакомый что-то, но... А, это Хельга и еще кто-то, да? Как этот мультик, не знаю, пишите в комментариях. Что за мультик? Не смотрю телевизор, поэтому Никелодеон уже 100 лет не видел. И какие-то там мультики выходят, это уже... Больше полетела какая-то. Так. Ой-ой-ой, мы сейчас, по-моему... А, они падают. Блин, я улетел. Ой, я жив еще. А, так подождите, у меня... А почему? Почему они сразу умирают, а я не сразу? Вот, все, хорош. Слишком быстро они умирают. Ну, сложность, видимо, стоит. О, против черепахи давай, погнали. Леонардо. Погнали. Прикольная такая эта сцена. Шредера почему-то нету. Но, по-моему, она никому не зашла, эта игра. Судя по отзывам эти. Там и подобным вещам. Такая жалкая пародия, короче. Она, по-моему, еще, если так смотреть... В далеких бородатых она еще и на Денди выходила, в пиратском картридже. Тоже можно было драться. Тоже All Stars называлась как-то, по-моему, так. Потом она даже, по-моему, еще на Сеге была, но, честно, врать не буду, не помню. Знаю, что она была пиратка. Так, какой-то дедок. Ну, тоже что-то... Оу! Что-то знакомое, но не помню, кто это. Бобки, губки. Этот. Родной этот. Поселение. Так, какие-то... Вот, я не знаю, но здесь как в Mortal Kombat, допустим, есть какие-то свои суперудары. Все, до свидали. О, я сказал, до свидали. На, полетел отсюда. Мало героев очень. Хочется больше. Все. За 7 минут я прошел. Ну, так вот, да, да. Да, я так могу. Так, а давайте назад нажмем.
Посмотрим. Это вот я в Arcade играл. Онлайн есть экстра. Это просто, по-моему, да, галерея всякая различная. А батл это уже, наверное... Да, тут... Спорт это, походу, какие-то эти, да? Ну, здесь уже на четверых можно. Ладно, не суть. В принципе, все понятно. Героев не очень много. Стоит она, по-моему, рублей 800, вроде, эта игрушка. Ну, не знаю. Ну, а с вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик, приходите на стримы и увидимся в следующих сериях. Всем пока.